немножко замолоть кукурузы. Если кукурузы немного, маленький объем, ну вот как я, у меня кукурузы совсем нету, купил два мешковые, два ведра, для того, чтобы сделать стартовый корм. Полноценный, с кукурузой, ячмень, пшеницей. Маленьким поросятам при объеме там немного надо, но думаю сделаю, так как надо с кукурузой. С кукурузой пока не привезли, ждем пока. Своей нет, пришлось покупать. Поэтому сейчас маленький объем сделаю. А там уже будем смотреть. Мне на стартовый корм поросятам надо 25%. У меня все по 5, 5 килограмм пшеницы, 5 килограмм ячменя, 5 килограмм кукурузы и 5 килограмм стартового. Вот брал сегодня кукурузу, ведро 55 гривен, 2 ведра куплю на 110 гривен. Пока хватит. Самое главное в начале. Значит, она хорошая, крупная. Так, погнальченко. Короче, чуть-чуть откроем. И погнали. И пшеница недолго, а ячмень самое дольше. Так, какие-то устюки. Это высыпем этим. Ну чуть-чуть получается, ну по краям вообще как мука, а в середине типа как нормально, и не крупно, и не мелко. Сейчас взвешу, сколько кукурузы у меня по факту получилось, ну именно по весам, и столько же сделаю ячменя, и столько же сделаю пшеницы. И столько же добавлю стартового БВД для поросят старта. И все это буду подмешивать с предстартом. И будет нормально. На канале у меня 50 тысяч подписчиков. С чем? Думаю, себя поздравлю, сделаю шашлык сегодня. И отвечу вам на такие вопросы, как что с сараем, почему
нет видео про сарай, почему не варишь клетки, почему не показываешь заливку, ну и так дальше и тому подобное. У нас дождь, то есть, то нету, поэтому думаю здесь, если что, спрятать в бойню под навес. Так. Значит, у нас первое, спасибо вам всем, кто смотрит, кто подписан давно, кто уже каналу 1 год и 9 месяцев. Спасибо, кто давно подписан, кто только что подписался, кто вчера подписался. Ну, короче, всем спасибо. Начинал я, кто помнит, из двух поросят. Купил двух поросят. И уже дошли до такого немаленького поголовья. Значит, почему не занимаюсь сараем? Я вам объясню. Я сараем занимался до того, пока меня что-то, так сказать, в голове не перевернуло. Я думал, залить быстро, бегом залить, бегом клетки поварить, быстро-быстро всех запустить и в зиму до морозов зайти в сарай. Но не тут-то оно все было. Потом мне начали советовать совсем другие моменты, именно по сараю, как сделать. Так само полы, как сделать, теплые или обычные. Так само отопление, такой вариант или такой вариант. Расположение клеток. Юра говорит, не делай клетки 2 на 3, вот как я поделал. Делай 4 на 3. То есть, чтобы каждая клетка была побольше. Чтобы я высадил каждый выводок в клетку. Допустим, сентябрь выводок в одну клетку, октябрь в другую, ноябрь в третью, декабрь в четвертую, январь там в пятую. А потом пошел их, так сказать, продавать или сдавать, или забивать, продавать. То есть, ну, вот так выводками держать для себя. То есть, чтобы было в основном больше клеток для откорма в этом сарае. А в маленьких сараях поделать станки и поставить их в станки свиноматок. А поросят сюда на откорм. Это первый вариант. Второй тут от свиноматки. То есть, вариантов очень много. И поэтому я так подумал, просто так брать, допустим, брать и абы как все делать, то есть, бегом скорее деньги вбухивать и непонятно что, как, а вдруг я что-то передумаю, что-то переиграется, что-то захочу по-другому, то есть все же может быть, все может поменяться. Поэтому я решил, пока у меня то, что есть поголовье, у меня места моего пока хватит, я так прикинул, грубо говоря, в тесноте, но не в обиде, места хватит для того, что уже есть у меня поголовье. То, которые будут сейчас опоросы, я их просто поросят буду продавать, пока себе оставлять их не буду. А этим временем определюсь по сараю, как надо мне все делать. Ну, также, понятно, я там металл еще заказал ОСБ. Буду покупать утеплитель, буду покупать на отопление. С отоплением еще не определился, или вулканы, или батареи. То есть, тут надо тоже все определяться. Но все стоит тоже денег немаленьких, если так, как я все хочу. Поэтому, ну, как бы принял решение не спешить, не бухты-барахты, а бы бегом, все, вот видео, запустил, кормушку поставил, все, они забежали, едят в клетке, все хорошо, все красиво. Мне, как бы, не из-за видео надо этот сарай, мне надо сарай, чтобы он меня полностью удовлетворял, то есть был именно на все 100% мне нужен такой сарай, вот чтобы он был таким, каким мне нужен. Поэтому я... Уже там кое-что у меня в планах поменялось, как будет расположение, как будет все, то есть уже я сейчас на данный момент наоборот рад, что я не начал строго, не начал заливать и варить быстро клетки. И по заливке тоже тут несколько моментов с полами. Заливать на полистирол или делать утепленный пол. Если делать утепленный, то вообще он по-другому должен быть. Как само расположение кормушек. То есть вот эти все моменты, но я решил не спешить, наоборот, подкопить денег, подкупить материалы все необходимые, а их у меня еще много чего надо подкупать, даже по тому же металлу тоже надо подкупать. А этим временем, пока до весны, займусь, мне надо на вытяжке поделать козырьки, сделать окна, сделать двери входные, ну вот эти все мелочи, по электрике определиться,
Куда мне спешить? Ну и семья же у меня есть, куда я не работаю нигде сейчас на данный момент, занимаюсь только дома. И семья у меня есть, куда надо тоже так же вкладывать деньги. Есть другие моменты, куда надо вкладывать деньги. Деньги и время. Поэтому вот так я решил. Пока не буду горячиться, пороть горячку с сараем. Пока такое, ну по мелочи, окна, двери там, вытяжки доделать, утеплить. Все такое. А потом уже буду как бы по ситуации действовать. Я сначала сильно переживал, мне не хватит места, а потом посмотрел, а так распрокинул тех туда, а тех потом туда, а тех туда. То есть можно перебиться, места пока хватит. Поэтому думаю, куда спешить, зачем? И много всяких таких интересных фактов узнаешь про сарай, как лучше, как что. Вот там Юра свои варианты говорил, Ваня мне звонил, там свои варианты говорил. Ну, каждый советует по-своему, поэтому, знаете, как по множеству советов, послушаешь много советов, что ты для себя и лучше возьмешь. А, спешить, ну зачем? Конечно, буду вас держать в курсе, как что буду делать по сараю, как что, только будет меняться сразу. Буду вам говорить, буду вам показывать. Ну, а так показывать особо пока нечего. Такое мелочи делаю, ну, чисто такие. Бойня уже готова, тут можно забивать, когда дождь или снег. Надо, правда, ее освободить. Так все, в принципе, отлично и все хорошо. Вот это у меня что по сараю. Решил не спешить. Решил все взвесить за и против. Как будет лучше, то же самое прикинуть. И решил не спешить, просто-напросто. Не торопиться вкладывать деньги. А потом это все, то надо было так, то надо было так. Не спешить, все сделать обдуманно, продуманно, и как будет лучше для меня. Так само с кормушками. Пока у меня есть канал, у меня есть кормушка и деревянная, и железная. Так вот, как показал, ну, грубо говоря, вот этот год и 9, что я занимаюсь свиноводством, деревянная лучше, чем железная. Железная уже, ее подваривал, начинает сгнивать, а деревянная с ДСП, живая и целая. То есть, я так понимаю, кормушка самая идеальная, это с финской фанеры. С финской фанеры с обработанными торцами. Я просто, мы когда работали на ангарах, на катерах, там делали катера с такой фанеры, и там, ну, фанера крепкая такая, не боится ни сырости, нигде ничего, не обрабатывают торцы, депиленные, там этот. Вообще идеальный вариант. Вот это, я думаю, такие, наверное, все кормушки. Они не боятся гнили, не гниют. Ну, он у меня с ДСП, большие свиньи, сейчас он килограмм, не знаю, сколько свиней, и это уже какой выводок подряд эта кормушка выкормила, и кормушка с ДСП живая. Уже почти 2 года. А железная у меня там двойка металла. Я ее уже подваривал, уже поподгнивал. Низ подгнил именно само корыто. И подгнило, где они вот это впереди, где в основном шорка. И так же само по самим клеткам. Ну, металл, то понятно, с металла решеткой. Может, если тут будут станки, то станки отдельно, а решетки не надо, тогда клетки просто маленькие какие-то перегородки для порося. То есть вот эти все моменты, это же надо все прикинуть, точно определиться, как оно здесь будет, что мне надо. И вот так я решил, не спешить. Решил не спешить. Сейчас вот поджарю шашлычок. Вспомню, как я открывал канал. Открывал из 2 поросят. И я вот так думаю, я что-то показывал. У меня было там 2 поросенка, потом еще 2-4. И в основном долгое время я показывал 4 поросят. А сейчас вот так посмотришь, куча всего, и думаешь, что показать людям. Просто раньше, не знаю, я как-то по-другому думал. А мне говорили, да, ты там ничего не получится, ничего не знаешь, ничего это. Ну, что я понял за этот год и 9, пока у меня канал и занимаюсь свиноводством. Сложного ничего нету, лишь бы деньги были на стартовом начале. Вот когда начинаешь, на карманах все это. И сразу брать хороших поросят. Не брать, не пойми что, а брать нормальных.
если свиноматок, то свиноматок. Если поросят надо кормить, брать нормальных поросят надо кормить. Сложного ничего нету. Сам занимаешься и сам потихоньку все понимаешь. Что, где и как. Мое мнение, больше усложненного, чем делом на самом деле. А то уже там варианты каждого, кто какие корма делает, кто как. Это роль не играет. Сложного ничего нету. Если хочешь, вон так само гусей я купил. Ну купил гусей, я их даже, если честно, я их и не замену, бегают, кричат. Повырастали уже, я даже не помню. Я даже не знаю, сколько они у меня росли, месяц, два, три, то есть. Когда я их купил, я это даже, я вон цепнул им пшеницы, ведро воды поставил, где мы все бегают, траву едят. Ну, повырастали все, без всяких, ничего, я никого не добавлял, ничего. Обычная пшеница, гороха чуть-чуть и вода, и трава. Повырастали, а так само свиней, если кормишь нормально, смотришь, чтобы глистов не было, проколол от глиста. Нормальный корм, они очень быстро и хорошо растут. Что и требовалось доказать, что оно все больше усложненно, чем на самом деле есть. Свиноводство ума много не надо, я и сейчас так считаю. Много ума не надо, лишь бы было желание и все. А то все. Я помню, когда-то был с Аней не стрим, или ролик вышел у Комаровых, свиньи как бизнес. Вот они выпустили ролик, у них было 50 тысяч подписчиков. И они делали там какой-то сабантуй. Именно Комаровый канал «Свиньи как бизнес». Кстати, рекомендую, кто не знает, наберите «Свиньи как бизнес». И вот у них был ролик 50 тысяч подписчиков. Я помню, я тогда смотрел этот ролик, у меня было, я не помню, или тысячи, или полторы тысячи подписчиков. Я так смотрел эти ролики и думаю, ё-моё, 50 тысяч, да это вообще нереально так, чтобы было подписчиков. Я сам даже не заметил, как оно, это все и началось. А ну потихоньку, и сейчас смотрю, уже у меня 50 тысяч подписчиков. И сказать, что я для этого что-то там делал, какие-то рекламы. Мне никто не давал рекламу, никто, кроме единственного канала «Свиньи как бизнес» Комарова. Вот единственный раз они меня прорекламировали, показали, был ролик обмена опытом, и там тысяча или чуть больше подписалось на меня человек, ихних зрителей. А так больше реклам не было. Ну, много, конечно, всяких фишек узнал за YouTube. О людях поменял мнение, сильно поменял. Я был другого мнения. Ну, то есть, вот такие вот моменты. Такие моменты, такие вот дела, друзья. Сейчас еще подкинем, пускай прогорит. И все. Тут у меня как было, так и есть. Все, песочек подняли, и так все и осталось. Думаю, окнами заняться, окна закрыть, позакрывать все окна и вытяжки сделать сверху, козыречки, и все. И так само по этой котельне, кто говорит, советуют, не делай эту котельную, лучше пускай лишняя клетка будет. Нафиг это за котельная, если их будет много. Котельную не делай. То есть, ну, кладовку по-любому надо делать. Там те же самые зубы покусать, там покастрировать. Комнатку закрыл в ящику. Там поделал все необходимые моменты и все. А так нормально все. Сарай. Отличный, рады, довольный. Видно проделанную работу. Видно, что не сильно много денег пошло на этот сарай. Ну, еще, конечно, что-то пойдет не без этого. Поэтому лучше набрать стройматериалов, я считаю.
Вот утеплитель надо? Надо на потолок. ОСБшка надо или металл? Надо. Гидропарик надо? Надо. И так уже все. Вот тут клетки, каждую клетку делать или сделать, допустим, две как одну, а тут просто перегородка, чтобы прикручивалась, если вдруг надо будет. Хай даже и не будет этой перегородки, но сделать ее в будущем, ставить какие-то закладушки, чтобы прикрутить ее. То есть это такие вот моменты все надо по заливке полов. Тоже нужно хорошо все взвесить. Даже не сарай 5 на 4 или 5 на 3. Это нормальный большой сарай, поэтому тут абы как сделать бегом, лишь бы считалось, но мне неохота. Мне охота сделать так, чтобы я потом не жалел и не начал переделывать, как обычно у меня в каждом сарае. Сделаю, переделаю через месяц, два, три. Делаю, переделаю, поэтому лучше как лучше. Понятно, что зрителям охота увидеть ролик, о, залиты полы, готовы клетки, там уже все это, все запустил. Ну, молодец. Да, ну, то понятно, но не совсем оно все так. Есть же и другие, как бы, нужды, финансовые вложения. Есть, то есть, много и других. Даже у меня заработки есть и в других сферах. Не только в свиноводстве, чтобы вы понимали. Ну, это я вам показываю свиноводство. Вот я занимаюсь, там вот выращиваю, там продаю. Ну, а есть и другие моменты, которые я вам не показываю. Ну, оно просто вам не надо, это вообще другая тема. Оно вам даже будет неинтересно. Поэтому вот так. Я с удовольствием показываю все, что знаю, все, что для себя понимаю, открываю. Я вам показываю, рассказываю все, что, допустим, оно не касается свиноводства и канала, то я не показываю. Но вообще, чтобы вы понимали, я не только живу содержанием свиноводства, и есть же своя жизнь, чем занимаюсь еще плюс. Так же самое есть еще и бизнес наш семейный, куда тоже нужно вложить какие-то капиталы, не только сюда. И сюда надо 4 места, куда надо вкладывать. Так что, друзья, не судите строго. Буду показывать, как буду все делать. То есть, что есть, то есть. Ну, я вот показал, рассказал, почему не делаю сарай. Понятно, что мы его сделаем. Ну, то есть, я по-любому его сделаю, запущу. Это все вы увидите, но не так быстро, как хотелось бы. И мне, и вам. Вот так. По дверям мы определились. Двери у нас в комнаты. В комнаты, не в сарай. В комнаты есть. А то мне уже там писали, двери в тамбур шире. Нет, в комнаты. В комнаты это в бытовку. И в котельню. Дверь, которая будет идти прямо в сарай, с тамбура, она будет другая. Она есть тоже в наличии, пластиковая, только ее надо снять. Туда новую будем ставить, а ее, ту БУшку, сюда на сарай. Вот так.